Друзья, всем привет! С вами Encrypted, в эфире наш традиционный еженедельный, уже 203-й дайджест крипто-новостей. Из него вы узнаете, как семья Трампа шилила скамп. Трамп шилит скамп, you know? Это пиздеж. Снизит ли процентную ставку на заседании ФРС 18 сентября и как основатель Бонг попал в книгу рекордов Гиннесса? Поехали! Вынужден ворваться в дайджест Вани, чтобы рассказать новость про Ваню. У него сегодня день рождения. И не просто день рождения, а юбилей. Юбилей! Поэтому мы его сегодня и поздравляем. Мы от всей команды и, надеюсь, от подписчиков поздравляем тебя с юбилеем. Ты охуенный. Охуенный криптан, товарищ, начальник. Токсичный, потрясающий человек, харизматичный, интересный и молодой. На самом деле, уже не настолько молодой, но на самом деле, опять-таки, с годами ты все-таки, как хорошее вино, становишься все лучше и лучше. Впереди у тебя и у Encrypted еще много свершений, на пенсию еще рано, очень рано, как бы ты ни хотел. Поэтому пусть все задуманное и запланированное осуществляется. Каждый день приносит счастье, радость и, конечно же, кучу профита, которого давно у нас, криптонов, уже не было. Ну а сейчас будет поздравление от команды. А вы, подписчики дорогие, если хотите поздравить Ваню, можете в комментариях под этим видосом, либо в комментариях под постом в телеге поздравить, написать какие-то теплые слова, желательно там больше 7 слов. Если вы хотите поздравить еще больше, вы можете, опять-таки, либо в телеге звездочками поздравить телеговскими, либо здесь оформить спонсорскую подписку, она стоит 35 гривен, дешевле, чем штаны за 40 гривен. Так что у вас есть все способы поздравить, думаю, дед этого заслуживает, мы его очень любим, надеемся, что вы тоже его так же любите, как мы. Все, переходим к поздравлениям от команды. Вань, с днем рождения тебя! Ты самый потужный дед, якого я только знаю. Это уже 345-й дубль, поэтому, Ваня, поздравляю с днем рождения. Желаю всего самого лучшего. Целую, обнимаю. С днем рождения самого молодого и самого красивого деда. Желаю тебе крепкого здоровья, теплого окружения и удачи во всем. Діду, привіт! Вітаю тебе з днем народження. Бажаю нашої скорішої перемоги і щоб Encrypted розвивався так, щоб ти нам постійно підвищував зарплату. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі яскравих моментів в житті. Бажаю, щоб тобі у твоєму житті було чим побільше радості. І приєднуюсь до всіх, хто побажав тобі щастя і здоров'я. Бажаю вам щастя, здоров'я! Ваня, вітанечка, я поздравляю тебя з твоїм Новим Годом і желаю, щоб в ньому абсолютно всі вершини, які ти собі наметив, були покорені. І так як життя состоїть із моментів, я желаю, щоб твоя була наповнена тільки самими світлими, самими прекрасними і самими щасливими. Обнімаю, отметь хорошо. Вань, в цей день хочу сказати, що ты поставил невероятную команду с крутыми специалистами. Но мало того, что ты являешься лидером, ты еще и классный человек. Ты всегда можешь поддержать, мотивировать. Мы тебя очень любим и ценим. С днем рождения. С днем рождения, дед. Успехов тебе, счастья. Все, выключай. Ваня, снюхай тебя нахуй. 40 с чем-то летием, блядь. Сьогодні свій 40-й день народження відзначає видатний український криптодіяч. Єдина людина в світі, яка є самопроголошеним амбасадором новозеландського сувіньйона. Людина, чий ментальний вік за рахунок рожевих дисків на Теслі не відповідає паспортному. Іван Павловський, ака Дєд. Бажаю тобі натхнення, наснаги та кам'яного терпіння. І запалюю для тебе ці благовонія. Thank you.
Ну, начнем мы с итогов августа для биткоина и эфира. В августе биткоин потерял в цене 8,6%. При этом уже в сентябре первая криптовалюта успела подешеветь еще на 1,82%. Курс же эфириум за прошедший месяц просел на 22,2%. Ожидаем, что покажет сентябрь, который исторически является самым неблагоприятным месяцем для роста. А вот легенда американского баскетбола Скотти Пиппен заявил, что ему приснился создатель биткоина Сатоши Накамото, который сказал, что 5 ноября 2024 года биткоин будет торговаться по 84 650 долларов. Пиппен отметил, что это не финансовый совет, потому что за это можно набутылиться, особенно в Америке. Но теперь интересно, что произойдет 5 ноября. Возможно, это новость, которая и спровоцирует этот рост. Хотя вряд ли. Кто такой нахуй Скотти Пиппен? Не, я знаю, кто такой Скотти Пиппен, блядь, Чикаго Буллс Форева, блядь, но, блядь, влажные фантазии, блядь. А тем временем биткоин тестировал уровень 54 тысячи долларов. Что у нас сейчас? 53 425. Успешно протестировал уровень. А Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание. Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил всех за поддержку и заявил, что был удивлен тем, что его, как гендиректора платформы, обвиняют в преступлениях третьих лиц. Дуров считает, что в таком случае правильно было бы предъявить обвинение Telegram, а не лично ему. У властей Франции было много способов со мной связаться и попросить о помощи. Я был частым гостем французского консульства в Дубае, как гражданин Франции. Также он признал, что резкое увеличение пользователей до 950 миллионов сказалось на качестве модерации. Я поставил себе цель значительно улучшить ситуацию в этом отношении. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я очень скоро поделюсь с вами подробностями о нашем прогрессе. Таки не совсем модерировал. Этой ночью... Какой ночью? В ночь на 6 сентября в сети начала распространяться информация, что из FAQ Telegram пропала фраза «Все чаты и групповые чаты являются конфиденциальными. Мы не обрабатываем запросы, связанные с ними». Как оказалось, информацию просто перенесли в другой раздел. А вот на CoinMarketCap цена тон падала до 31 цента. Затем CoinMarketCap исправили проблему, и цена вернулась к своим значениям. На момент записи видео тон стоит $4.66. В Украине злоумышленники выманили у мужчины 250 тысяч долларов в криптовалюте. Четверо злоумышленников представились правоохранителями, запугали 20-летнего владельца онлайн-бизнеса вымышленным преступлением за госизмену и заставили перечислить на криптокошелек 10 миллионов гривен в криптовалюте для решения вопроса. Киберполицейские и сотрудники Департамента внутренней безопасности нацполиции задержали фигурантов. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Я в 20 лет песок, сука, ел, блядь, и бухал шейк. У типа 250 тысяч долларов. Пиздец. Продолжаем новости из Украины. Двое мужчин организовали незаконные криптообменники. Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении двум лицам по факту неправомерного использования электронных денег. 23-летние мужчины, организовали онлайн-обменники с различными криптовалютами и электронными деньгами, не зарегистрированными в Украине. В заявлении правоохранителей отмечается, что также использовались подсанкционные платежные системы, в том числе и те, которые находятся на территории РФ. Вот это уже, блять, пидарасы, конечно. На Polymarket оценили вероятность снижения ставки ФРС на 25 пунктов. Пользователи платформы для ставок Polymarket считают, что ФРС снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов с вероятностью в 77%. Следующее заседание запланировано на 17-18 сентября 2024 года. Общая вероятность снижения ставки составляет 98%. Пул поставленных средств по этой позиции достиг почти 11 миллионов долларов. А у нас, я напоминаю, есть отдельный обзор площадки Polymarket. Кому интересно, как работает беттинг в крипте, на что ставят, сколько денег ставит, и так далее, и так далее. В общем, посмотрите обзор, если вам интересно. СМИ сообщают, что CZ навсегда отстранили от управления Binance. Binance пожизненно отстранила бывшего гендиректора Чанпена Джао CZ от управления компанией. Однако он по-прежнему будет иметь весомое влияние в качестве ее мажоритарного акционера, пишет Axios. Ранее сообщалось об ограничении CZ в должности только на 3 года. Напомним, что после признания вины Джао заявил, что не намерен в дальнейшем занимать должность CEO и сосредоточиться на инвестициях в компании, занимающиеся блокчейном, AI и биотехнологиями. В Шотландии полиция впервые конфисковала биткоины. Не прошло и 15 лет, блять. Верховный суд Эдинбурга одобрил конфискацию 23,5 биткоинов,
более 1,38 миллионов долларов по делу Джона Росса Рейни, замешанного в ограблении в Блантайре. Тогда, в марте 2020 года, группа неизвестных, пригрожая супружеской паре Мачете, требовали, чтобы те перевели им биткоины. Один из злоумышленников нанес несколько ударов супруге жертвы... Что? Один из злоумышленников нанес несколько ударов супруге жертвы шоколадкой Таблерон. После того, как пострадавший мужчина перевел криптоактивы, налетчики скрылись. То есть угрожали мачете, а дали поебало шоколадкой. Хорош. Джон Росс Рейни не участвовал в налете непосредственно, однако прокуратура доказала, что он проконсультировал нападавших на предмет трансфера криптоактивов и некоторое время хранил их. Экс-сео MTGOX запустит, сука, новую биржу. Нахуй оттуда руки убери, пидорас. Криворукий, блядь. Бывший генеральный директор обанкротившейся криптобиржи MTGOX Марк Карпелес сообщил, что в конце текущего месяца запустит новую торговую платформу под названием Elipix. Уже хуево. Дебил, блядь. Придурок, сука. Компания планирует работать на европейском рынке и базироваться в Польше. Также Карпелес выразил надежду, что уровень прозрачности его новой биржи станет отраслевым стандартом. Ага. ФБР сообщает, что Северная Корея нацелилась на компании и сотрудников криптовалютных ETF. Северная Корея проводит тщательно разработанные операции социальной инженерии против сотрудников различных криптовалютных компаний с целью внедрения вредоносного ПО и кражи криптовалют, сообщает ФБР. По их данным, северокорейские хакеры за последние несколько месяцев изучили ряд целей, связанных с криптовалютными ETF. Аккаунты членов семьи Трампа взломали для продвижения криптоскама. Да, у членов Трампа есть свои аккаунты в соцсетях, нахуй. Этой ночью родственников кандидата в президенты США Дональда Трампа в Твиттере были скомпрометированы для продвижения скам-токена. Взломали дочь и невестку политика Тиффани Трамп и Лару Трамп. Получив доступ к аккаунту последней, злоумышленники опубликовали сообщение, в котором продвигали токен под тикером VL, который якобы связан с проектом Трампа World Liberty Financial. На странице платформы предостерегли, что аккаунты скомпрометированы, а также призвали не покупать токены. Продолжим про Трампов. СМИ сообщают, что криптопроект «Сыновей Трампа» основан на коде взломанного на 2 миллиона долларов протокола. Криптопроект Эрика и Дональда Трампа-младшего World Liberty Financial основан на фрагментах исходного кода протокола DOF Finance, который был взломан на 2 миллиона долларов, сообщает CoinDesk со ссылкой на White Paper. Также стало известно, что проект предусматривает выпуск токена управления WLFI. Кроме того, Дональд Трамп-младший намекнул World Liberty Financial, что решение связано с токенизацией недвижимости. CoinDesk утверждает, что проект представляет собой сервис заимствования и кредитования. Как же там все хуево. Команда и инвесторы криптопроекта «Сыновей Трампа» получат 70% от предложения токена WLFI. С камином, блять. Для команды и крупных инвесторов проекта World Liberty Financial, поддерживаемый семьей Дональда Трампа, зарезервированы 70% токенов. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на черновик White Paper. Еще 30% распределят посредством публичной продажи. При этом WLFI будет заблокирован в кошельках и смарт-контрактах на неопределенный срок. CFTC вынесла распоряжение в отношении Uniswap Labs за незаконную торговлю деривативами цифровых активов. Согласно постановлению Uniswap, Labs должна выплатить гражданский денежный штраф в размере 175 тысяч долларов, а также прекратить и воздержаться от нарушения закона о товарных биржах в соответствии с предъявленными ей обвинениями. А вот в Chainalysis рассказали об обходе санкций РФ с помощью криптовалют. Никогда такого не было, и вот опять. Аналитики Chainalysis опубликовали новый отчет о том, какие методы используют РФ для обхода санкций, введенных в отношении нее из-за военной агрессии против Украины. Согласно документу, ЦБ страны возглавляет инициативу по интеграции криптоактивов в финансовую систему для трансграничных платежей, что позволяет российским компаниям использовать цифровые валюты для международной торговли. Однако масштабное уклонение от санкций с помощью блокчейна остается крайне маловероятным, поскольку на рынке просто нет ликвидности для проведения таких крупных транзакций, отметили эксперты. Плюс их можно нахуй заблокировать, блять, хуя. Занимательная статистика по мемкоинам. За последний год топ-10 мемтокенов в среднем упали в цене на 63,73% от своего максимума за этот период. Статистику провели аналитики из Look on Chain. Идем дальше по хорошим новостям.
96% из более чем 5000 NFT коллекций мертвы. Согласно отчету платформы NFT Evening, 96% попавших под анализ проектов мертвы. Это значит, что у них нулевой торговый объем, отсутствуют продажи на протяжении более чем 7 дней и нет никакой активности в Twitter. Представители платформы отмечают, что 40% владельцев NFT в настоящее время не получают прибыли от своих токенов. При этом средний срок продолжительности жизни коллекции составляет 1,14 года. Это в 2,5 раза меньше, чем аналогичный показатель классических криптопроектов. Блять, как они заебали. В сети Cardano запустили платформу для мемов. На блокчейне Cardano запустили сервис для создания мем-токенов под названием Snack.fun. Проект разрабатывается в партнерстве с Snack и Splash. А я думал, Snack и Dotfun, блять. А я думал, сова. А вот в канале MemCrypted, это канал, который посвящен непосредственно мемам, собрали список инструментов и подборку щитков, на которых можно полудить. Естественно, после Диора. Подпишись на MemCrypted, чтобы не пропускать лудилку. И вот после запуска платформы для мемов на Cardano, основатели Cardano предложили отстранить от работы над блокчейном. Я верю, что Cardano станет сильнее без центрального лидера. Это поможет выделиться на фоне Ethereum. Я вижу, что это сдерживает развитие Cardano. Ну да, только это, блядь, сдерживает развитие Cardano, блядь. Но пришло время двигаться дальше, написал инициатор предложения и основатель сервиса Mint Роберт Рус. Недавний хардфорк Chunk знаменует начало новой эры, которая поможет перейти от централизованного контроля Cardano Foundation и компании IOHC к децентрализованному управлению, отметил он. Похуй на Cardano, вообще поебать. SushiSwap тоже запустили платформу для мемкоинов, но в сети Base, слава тебе господи, не новый блокчейн. Команда SushiSwap объявила о запуске платформы для создания и торговли мем-токенов под названием Dojo. Проект будет работать в сети Base. Утверждается, что платформа имеет защиту от рагпулов. Подробнее где? Правильно, в MemCrypted. Подпишись уже на MemCrypted, чтобы знать про мемкоины. Сука, все. Основатель Bong стал рекордсменом книги рекордов Гиннесса. Возможно, вы подумали, что из-за какой-то деятельности в блокчейне. Хуй там плавал. Создатель мемкоина Bong установил мировой рекорд по одновременному выгулу 38 собак. Таким образом, он хотел обратить внимание, что каждая из этих собак нуждается в семье. Пиздец. Стартовал Solana Radar Hackathon. 2 сентября начался Solana Radar Hackathon от Colosseum при поддержке Solana Foundation и Kumeka Team. Зарегистрироваться можно до 2 октября, подать проект до 9 октября. У 15 счастливчиков будет возможность получить $250,000 пресид фандинг и доступ к акселератору Colosseum. Также предусмотрены призовые на $600,000 и розыгрыши со специальными призами. Grand Champ. $50,000 плюс 3 билета на Solana Breakpoint 2025. 35 призовых мест от $5,000 до $25,000 в категориях DePIN, Consumer, DeFi, Payments, Gaming, DAOs, Network States и Infrastructure. Public Goods Award $10,000. University Award $10,000. Climate Award $5,000. Кроме того, в рамках хакатона продолжаются воркшопы по ведению Web3 бизнеса. Мероприятие будет проходить в Discord Kumeka Team. Полное расписание по ссылке в описании. Зарегистрироваться на хакатон можно также по ссылке, а больше деталей на сайте Kumeka Team Radar. Все ссылки в описании под видео. Не втыкайте эти возможности, мы много раз говорили о том, что хакатоны — это отличная точка входа в большую индустрию, да, то есть если вы там чем-то занимались, но понимаете, что ваше — это создавать проекты или разрабатывать, или что-то кодить, в общем, хакатоны — это отличная точка входа в большую крипту. Можно там найти команду, найти финансирование, инвестирование, проекты, партнеры и так далее, и так далее. Не пропускайте эту возможность. Polygon завершили конвертацию токена в Matic в токены Pol. Разработчики Polygon провели конвертацию токена в Matic в Pol. Теперь новый актив используется в качестве токена для газа и стейкинга на Polygon Proof of Stake. Владельцам Matic в постсети Polygon ничего не нужно, монета обновится автоматически. Однако тем, кто имеет токен в сети эфира, потребуется обменять его на платформе Polygon Portal. Разработчики объявили о запуске Polkastarter версия 4. Децентрализованная платформа Polkastarter версия 4, предназначенная для сбора средств в различных блокчейнах и поддержки перспективных Web3, запустилась в основной сети. В то время как наши основные ценности остаются неизменными, мы представляем свежий визуальный стиль и новые миссии Polkastarter, чтобы оставаться впереди и быть готовыми к следующей волне IDO, заявила команда. Быстрее, блять, бы уже нахуй новую волну IDO.
заебала бедность. Хакеры взломали аккаунт NIR Protocol в Twitter. В ночь на 5 сентября неизвестные взломали официальный аккаунт NIR Protocol в Twitter. Однако они не продвигали никакой скам, а просто призвали удалить соцсети, выйти погулять и выбрать нормальную жизнь. Мне кажется, их не взломали. Это просто NIR Protocol написал. Суи провели необычное исследование по обработке криптотранзакций офлайн с помощью радиоволн. Разработчики блокчейна Sui протестировали технологию, которая позволит проводить криптовалютные транзакции офлайн посредством радиоволн. Метод заключается в использовании стандарта цифровой мобильной сотовой связи GSM и ячеистой топологии Mesh Topology. При таком подходе каждое устройство выступает коммутатором для других узлов при передаче данных. Мы можем позволить вам передавать транзакции, используя несколько каналов связи без интернета в качестве ретранслятора. Это важно, когда у вас случаются сбои или когда у вас просто есть области с плохим покрытием, заявил соучредитель Mistin Labs Адени Абиадун. Пизду немножко. Я шучу. Просто тупой юмор. Итак, что там у Encrypted? Во-первых, мы выяснили, что более чем 20% наших подписчиков обладают Telegram Premium. Возможно, вы забустили какие-то каналы, но они не публикуют сторис, и ваши заряды простаивают. Поэтому мы будем очень признательны, если вы отдадите бусты нам. Многие говорят, что сторис в Telegram это хуйня собачья. 99% это правда, но мы публикуем такие красивые сторис с красивыми инфографиками, очень важной информацией. Мы используем это по делу, поэтому если ты забустил какой-то канал, которому нахер не нужны эти бусты, то забери их и забусти Encrypted. Также хочу напомнить о том, что мы запустили курс погружения в крипту в кабинете на сайте encrypted.com. Это охеренный базовый курс для любого новичка. Просто вот с нуля, если человек нихера не понимает в крипте, можно кинуть в него ссылкой на этот курс. Он пройдет 14 уроков, пройдет квизы, получит сертификат и будет, в принципе, понимать, что такое крипта, что в ней творится, на что стоит обращать внимание, какие виды заработка, как хранить крипту, базовые операции, там, отправка, получение. В общем, все, что нужно знать новичку, после этого курса он будет знать. Поэтому обязательно перейди по ссылке в описании, сохрани себе этот курс и отправляй его новичкам, которые спрашивают у тебя, с чего начать погружение в крипту с этого курса. Это просто топ. У нас вышел Ultimate Guide по дропам. Что такое аирдропы, как в них участвовать и сколько можно заработать. В этой статье мы разобрали, что такое аирдропы, в чем особенности этой модели распределения токенов и как превратить участие в них в полноценный вид заработка. Больше про дропы мы пишем в нашем отдельном канале Encrypted Airdrops, поэтому если тебя интересует эта тема, обязательно подписывайся, потому что вот этот топовый канал по дропам в нашем регионе. Мы номер один в Гугле по запросу дропа в раздел на сайте. В общем, это топовая информация. Вот все, что нужно знать по дропам, есть в этом канале. Обязательно подпишись. Вышло два обзора на новые площадки для создания и торговли мемкоином. Это SunPump на Троне и ForMem на BNB Chain. Также вышло прикольное анимированное видео, как работает консенсус Накамото и что это вообще такое. Новое эссе Артура Хейза «Bullrun» задерживается. Статья «Линии трендов торговли криптовалютами. Учимся рисовать на графике». Как криптовалюты используют в схемах Понци и как с этим борются. Кейс Казахстана. А также традиционный отчетик об инвестировании в Web3 проекты. В августе проекты в сфере Web3 и блокчейна привлекли более 821 миллиона долларов. Напоминаю, что у нас в Encrypted есть все, что вам нужно знать про крипту. У нас есть основной канал с новостями и основными анонсами. Есть Encrypted Airdrops, Encrypted Token Sales, Encrypted Events, Encrypted Headlines. А также очень много полезного появилось на сайте. Поэтому, если вы давно не заходили на сайт, то заходите на сайт. Там есть теперь кабинет. Можно зарегистрировать аккаунт на сайте, собирать ключики, проходить бесплатно платные курсы погружения в крипту, можно сохранять себе статьи, пошаговые инструкции из раздела дропов, писать заметки даже, как ты проходишь тот или иной компанию в дропах, да. В общем, очень много полезного функционала и будет еще добавляться, поэтому обязательно заходи на сайт, регай себе аккаунт, подвязывай Telegram, очень-очень много готовит команда Encrypted для тех, у кого есть аккаунт на Encrypted. У нас на сегодня все, с вами был Encrypted, всем пока!